Приветствую, меня зовут Сергей, я специалист компании iPhone. Сегодня я проведу обзор нано-шампуня для ручной мойки автомобилей NanoSoft. Главной героиней нашего видео будет эта желтая Skoda Rapid. Давайте испытаем на ней действие нашего шампуня. Итак, NanoSoft, что же он умеет? Как и подобается шампуню, он восстанавливает и придает блеск. Также это средство создает пленку, которая защищает от воды, грязи и обледенений. Этот эффект держится около 15 дней, это довольно большой срок. Также это средство придает антистатический эффект, не наносит вреда лакокрасочному покрытию и хромированным элементам. Наносим нано-шампунь вручную губкой или с помощью пенокомплекта. Если у вас мойка ручная, то разбавляем водой, согласно инструкции. Обращаю ваше внимание на гидрофобном эффекте. Посмотрите, как вода стекает после применения. Заказать нано-шампунь, нано-софт и другую продукцию компании iPhone, возможно, написав нам в личные сообщения на сайте, либо подождать и заказать нашу продукцию на маркетплейсах Wildberries либо Ozon, на которых мы в скором времени появимся. Удачи!